Они, походу, посмотрели игры. В Риге? Кто раздавал сегодня? А, нет. Резоль раздавал. Да, 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 Empire были. Но, извините меня, SF Media — это не Алхимик против Урсы. Но тут есть Тусик. То есть Сноубол Урсу взял, на SF приехал, и уже мало кто поможет. А, но прикол в том, что шарды сейчас поправили. Там не нужен шарды, там он клепнет после Сноубола сразу. Можно и так, и да. Порвет. Так, а теперь он скажет, ты по-любому Фуджа, я этого медведя съем. Буду. Или Рики, он меня вообще никогда не возьмет. Надо хукать, теперь еще и Батрайдер появился. Ну, Паджик может стоит где-то принять. Будет Паджик. Банит Лин. Похоже, что будет Паджик. Сейчас. Ну, вдруг. Ну, Фаник. Фаник, обещал Фаник обманул. Да, вот же гад. Да. Не порадовал нас. Базар уехал. Ну что, будет Паджик, не будет. Нет, Паджика не будет, будет какой-то скучный оффлейнер. Да, на котором он неплохо сыграет, мы его в конце похвалим, но за то, что он нас обманул... Да, его никто хвалить не надо будет. Было с Резолем договариваться, сегодня понимаешь? Фаник хвалит. Это... Ах, красавчик! Уговорил все-таки он. Вот он, это... Ну, пожалуйста, уже такой. Да, вот он. Вот он, Паджик. И Ханскин. Слушай, вообще красава. Ну давайте смотреть, что получится. Из этого Ханскин берет Чена, я не знаю, не рандом ли это время. А кто оффлейнером у них играет? А, у них оффлейнер? Ну вообще... По-моему, та самая Урса, которая... Да, 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 да. Ну которая вообще у них очень жарила. Постоянно роли свапаются вообще. Ну, во-первых, у них Стандин, который, ну, у них вообще лимп мидер. А, он и кором был, потом на мид переехал. Да, он мидер у них сейчас в данный момент. Ой. Чен. Чен непонятно, зачем. У нас эксклюзивная инфа о Паджике, заранее мы знали. Вообще красава. Поехали. Фаник на Паджике. Да? Да, Фаник на Паджике, но Фир на Дазле. Резоль решил тащить этого Пуджа на Алхимике. О-о-о-о. Алоха на СФчике. И хвост на Рубике с сапогом. Ну что, сейчас украинская связка хвост Фаник начнут работать, мне кажется, сразу же. У комплексити The Freak на Тускаре, Пингвинчик на Бэтрайдере, Урса та самая Каша с Вайндлес, Лимп на Герокоптере и Ханскин на Чене. Смог в чужой лес от пятерых, и, возможно, сейчас будет наконец-таки замес, потому что Тускар не отпускает обычно таких 5-5, сейчас будет что-то типа Сноубола, и поехали. Хвост! Оп-оп-оп, посадили. Хвост на Рубике начинает жарить с самого начала. Ну, как говорить? Ну, жарит. Оффлейн Урса. Да. Свинул Мэлонс. Видовой гирокоптер, опять же. Только теперь Чен, я думаю, они захватят территорию в чужом лесу с помощью Тускара и Чен и будут постоянно выходить в мид и вниз, доминировать линии. И на самом деле с СФом, Дазлом и Рубиком ты ничего этому не противопоставишь. Химик заберет баунти на топе. Просто кастер жарит в телефоне, я не знаю, что вы там видите. Все нормально, все нормально. Я нормально, получаю информацию. Фаник пошел. Фаник будет стоять один на один с Бэтрайдером. Не самая приятная линия, но лучше, чем против троих. Ну, с даблой можно еще как-то развлекаться хотя бы. Сейчас возьмет все стики. Хотя нет, слушай, там не дабла. Подожди, Фаник стоит против Бэтрайдера. Фаник стоит против Бэтрайдера. Хвост опять стрел. Есть Сноубол. Отбросился. Поедет он, поехали. Поехали. Свинул Мэлонс туда еще подключается, так что вынуждены были вроде еще... Вроде бы не хватает дэмэджа. Хвост сапоги, все сразу знал. Ой, хватает. Как он вообще это сделал на Сторенджайм его тычку? Ну, у Империи сразу проблемы. Сейчас Чен берет крипа, и тут начинается огонь с этим Сноуболом. Он может Урс брать Сноубол там и так далее. Сейчас в мид и вниз будут постоянно... Сноубол уже готов, и перед ними на эфир. Ну, о, поехали. Уже развлекаю. Ну и Урса клепнула, он... у него креста нет. Самое главное, Фаник скажет, это не я виноват, это вы там видели. Сань такой уже третий круг, возвращается на лайн. Дашкевич. Но у него все нормально. Пошел опять их искать. Да, беда. Беда не приходит одна. Вот и Сноубол Урсу тоже захватили вновь. Она опять клапает. Сташка третий раз. Третий круг.
Альтава усолил, интересно, на ставочке перед этим матчем. Не знаю, вряд ли, может быть, хотя посмотрим. Потом узнаем. 4-0 в пользу Complexity. Дазл понял, что там нечего делать, пошел наверх гонять Битрайдера с Пуджом. Уже, по-моему, были хуки мимо, потому что маны нет. Да. Битрайдер живой. Опачки, SF пришел тоже на топ. Говорит, Фанник, иди-ка ты вниз. Да, так. На своем паджике. Как? Он сейчас сразу роуминг пойдет, ему туда вообще не прийти. Ну, у него для роуминга так хотя бы... Битрайдер цель. Клопа за хвост! Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, не попал. Он скажет, вот, я на Пудже попал, ты на сейфе не попал. Опять виноват Арксену, не Фанник. Игроков Алхимику не повезло струной, взял ДД. Вторая баунти его была бы к месту. Так, почему-то мне кажется, что сейчас упадет Рошан. Потому что 4 игрока Империи в топе. Тут есть Медведь. Это да, Рошан. Вот вновь сейчас оверпауэр пойдет, пассивка есть, танчит кентавр. Кентавр в данном случае для таких дел очень даже неплох. И слушай, по-моему, помигали, нет? Даже если помигали, там никого близко даже нету. Да. О, кентавр погибает, кстати. Давай, медведь. Медведь пока на себя. Ну, следующий оверпауэр он его заберет. Да. Падает Рошан на 3-й минуте матча. Фанник охотится на миде. Паника, хоть. Вот пошел. Ракетка есть. Лимп уходит. Фаник никак не достанет. Никто не достанет Лимпа. В общем-то, не самый удачный ган, кстати. Правим сейчас. Достану алхимика, на самом-то деле. А, слушай, ну СФ, а там все равно в топе дела не очень идут. Так, надо Чену поднабрать левел, набрать крипов, пойти внизу сломать пушку. Потому что там никого не будет очень-очень долго. В принципе, сатир сойдет, можно воровать. Собирает быренько. Паник охотится на миде, на гирокоптера. Заходит в спину. Он видит, какой у него лоу хп, да, и доджит. Есть. Вот это Паник. Вот это Паник. Красавчик, стан летает, добивает. Паника не достается, достается резолюшн. Телепорт Тускара, есть сноубол, Паник никуда здесь не уйдет. Суицид — единственный шанс. Не получилось у него. Подлый Чен. Урса играет сам с собой, снизу у него Аегис. Левел они приподняли с Рошана нормально, на такой сравнении 5-1. Графики держатся так только из-за того, что алхимик берет иногда баунти. Не знаю, честно ли вообще то, что комментаторы повлияли на пик вообще в целом команды. Это было его предложение. Да, это он предложил. Он говорит, хочу паджика, я говорю, кто-то говорит, или Рики, он говорит, или Рики. Кто-то говорит, я знаю, кто. СФ на топе тем временем забрал Битрайдера вместе. Да, у него 5 стаков на нем, и ноуфир помог ему крестом, что, в принципе, позволяет ему здесь выжить. На боте обратите внимание, как сильно пушит пушку сейчас Complexity. С големом. Паник тоже здесь. Где же Тусик? Тусик до хостей бежит в спину. Ой-ой-ой. Курьер сейчас, кстати говоря, там заметил, но тут уже Тусик с крипами не будет отпускать. Урса. Канскин. Паник погибает. Урса просто расчленился и навалил своего оппонента. И хвоста тоже даблкил достается Свиндлмеланза. Там даже таск. Они снизу никуда не будут уходить. Сейчас Чен соберет опять крип. Опачки, напал. Тускар на резоле, как ты его подзакрыл, нашел проход, прогрыз все деревья и ушел. Все спокойно у Битрайдера, на самом деле не так уж и плохо, даже для такой линии. СФ 16 стиков, единственное по левелу проседает немножко. Медведь продолжает заегиться, доминировать низ. У Империи никакого нету ирлигейма. Ой-ой-ой, Свиндл он сбэкует. Сейчас посмотрим. Не, ну мовспид у Пуджа больше, у него транквилы. Ой-ой. Мне кажется, Фанник сейчас за такую наглость его будет наказывать. Внизу нужна поддержка. Ну там сприк, подожди, там снизу самое то. Самое сверху. То. Да, сверху вот, там гирокоптер алхимик, а здесь у нас по Фаннику выезжает сноубол. В центре размен мидерами. Фанника подловили. Тускар спрятался между Т2 и Т3. Да-да-да, там я видел. Я и за этим моментом смотрел, да. Ну сзади нему в спину и зашел. Битрайдер имеет лассо, накидывает стаки на топе, если пойдет. Да. Баунти на топе оставили. Для алхимика, наверное. Для хвоста, я думаю. Для Чена, получается. Никому не надо.
Я думал там... И Чен тоже оставил да. алхимику. Чен оставил реально алхимику. Чен выходит на мид, у него два кентавра. Големы? Два кентавра, два голема, плюс ракетка. Что тут задоджили? Урса, Фанник снизу, Аегис. Ну, Аегис, да, Аегис, он не может быковать. Но там все равно Рейдж дает резолюшн, он там живет. Фанник пока что-то... О, слушай, там такой лох ХП свинул Мелонза. Фанник пятый получил. Ну, он Аегис просто раскайтивает. Логи, это баунти забрал Тусик. Угу. И, по-моему, комплексити планируют с крипами и со всем этим Тускаром... Накатываться с хайграунда... ...строить где-нибудь... Да-да-да. Веселый, интересный момент, потому что видно, сейчас вообще никто об этом не заботится. Вот, по-моему, хвост не в нужное время сейчас окажется не в нужном месте. Думает на миде халявка. Да, экспы можно получить. И говорит... Фанник пятый переживает. Кажется, они догадываются, хотя не, ждут. Слушай, терпение интересно, хватит у Ханскина с Вриком? Не, они двинулись оттуда. Смог. Я не пойду. Не думал, он нападает на Фаника. Подбрасывает Рубик, отбрасывает назад. Тот бьет там вышку. Там Тава умирает. Летает Малфир. Вот забьет тут и второй раз. Контроля больше нет никакого на этого медведя. Вообще никакого. Он разгрызает, начинает Малфира, тот кидает крест. Походит резолюшн, забирают медведя. Вот так тебе. Наверху выход тот самый. НССР. Да, там очень быстро. Ну что, перегруппируем комплекте, будут забирать товар на топе, они уже ведут порядка 5000. Тусик имеет 2000. На руках только. Сейчас, наверное, в топ обойдет дальше еще раз. Фу-фу-фу-фу. Фаник идет на охоту. Что левел? Есть дисмембер. Там очень много станов. СФ опять прилетел, закинул. Не, его вытаскивает. Опа! Фаник. Под прям по заровок панчем. И прямо закрыли, под шарты. Фаник там начинает грызть, кого попало. Нет, хвост здесь заступается за... Чена тайф, Фаник точно заберет. Да. Шок хвост. Лип с кулдауном, может очень быть опасно. Очень много игроков кол, Фаник умрет. Хвост в теории тоже умрет. Ракетка. Пытался до конца дальше. Да, и ноуфир туда же. Собрались, ребят. За Америку. Резолюшн. Забил на все это дело. Несет себе медальон. Страйдер с даггером, Тусик 2400, это тоже, думаю, тоже будет с даггером. Чен почти с мекой, сейчас пойдет наберет крипов. И Урса тоже с даггером. Сейчас вообще никому нельзя подставляться из Empire. Вот на миде цеплять игроков. Да, назад. Руки с Бэрэдж, хук. Блин, даггер Тусик получает. Не, ну так, в принципе, на таких соло-фрагах можно будет набить преимущество себе. Отбить то самое, которое имеют. Они за этот фраг косарь получают. На топе. СФ динает вышку. Явно разозлился с вину Мелонс, а тут Фаник его цепляет. Дисмембра нет, 9 секунд, пошла минус арморка. Рядом находится Дазл. Сзади перехват. И... Вынимай. Давай. И знаете, сейчас посмотрим, это еще 400 голды Дазлу. В целом это еще плюс 800 голды на всю команду. И еще косарь отыграли. Один хук, один косарь. Кимик забирает баунти снизу, еще пятихатку отыграли. Ну там 350. Ну я так округляю, почти косарь. Ну да, считай, почти. Да нет, там больше, там минус 200 плюс 800. Ну, примерно плюс косарь. Тусик с блинком. Перед носом у него ноуфир спер инвиз. Бежал. Ну непонятно сейчас, где Чен с крипами. Чен собрал армию, Чен уже шестой. Уже на хвоста. Винчик, сфрик, кулдаун. Там без шансов. Я знаю, с другой стороны, там хук летел, не долетел. Сзади также мы видели, как хотел здесь ноуфир подойти, может чем-то помочь этим крестом, но так бы они вдвоем бы померли. Ой-ой-ой, что ж с камерой, Фаник. Хук через секунду оказывается в шардах. Хукает Фрика, погибает. Нападение дальше. Ноуфир, крест. Был неплохой. Минус арморка от ноуфира. Ноуфир живет. Шарды мимо. Мека. Или что там, стики? Мека, стики да. Было. Мека тоже тут. Резолюшн оставили на какое-то время. У него буквально за пару минут появляется еще 2000. Я думаю, что он сейчас возьмет даггер.
Ну, вряд ли поможет это как-то, потому что он все равно с командой, ну, ему нет смысла никакого бегать. Все, что могут, они делают, нужно пройти через луки. Кол, я думаю, не буду останавливаться. Либо, может, вообще пойдут хайграунд. А, минимальный таймер на Рошана, по-моему. А, нет, на второй минуте они убивали, да? На третьей где-то с чем-то убили. Угу. Ну, сейчас будет еще один Рошан. Ой-ой-ой, Резоль прочитал, ушел. Кол, ждут Рошана. Да-да-да. Все равно, кстати говоря, я смотрю, как Резолюшн все еще пока остается лидером по нетворсу. Это как раз-таки то самое, за что Империя может зацепиться, чтобы продолжать как-то играть, стараться. Помимо Резолюшн, все остальные очень сильно отстают. Да-да-да. Вот именно Резолюшн молодец, а вот, к сожалению, все остальные, в том числе и Фаника, Карлайнер имеет очень мало. Хук мимо! Ладно, с Мембером сидят они лимбо. Хотя бы так. Ракетку, кстати, еще украл хвост. Она 4-го левела. Весьма интересный и полезный скилл в хозяйстве. Solar Crest все-таки купил, Резоль. А Свиндл Мелонс там уже... Появился Рошан, его тыпнули на базу, сейчас он отхиляется. Да. Топ, кстати говоря, заходит Имперцы, они попробуют забрать вышку. Интересно, будут ли на нее байтить, учитывая, что здесь Бэтрайдер, он в довольно-таки интересной позиции. Нет, там чем не всех героев, кто дефит ТВР. Но там еще ТП-шка пришла. На топ. Тышка падает, Свиндл Мелонс, Глиф. Еще одна ТП-шка пришла. Дефит на бесчена. И пошли на Резолюшн, Резолюшн под Рейджой, его очень сильно надо продамажить, приходит им кулдаун, пошел Резолюшн под крестом от Ноуфира, кстати говоря, ребята отступают, оставляя там лишь одного Резолюшна, его съели. Хвост получает ракету, Сноубол, Ноуфир. Ноуфира тоже не открыл. Хорошо сработано пингвинчиком, он все-таки банк успел дать первый. Одна ТП-шка от команды Empire, три фрага для команды Complexity. Недолет. Но там, слушай, еще ТП-шка Фаник, но он уходит. Че, нам даже хил не пришлось нажимать. Да, очень легко справились в комплекте с соперником. Плюс 1200 им сейчас, минус 700 у Империи. По деньгам вновь начинают в комплекте пока что выходить в плюс. Чем там во вражеском лесу доминирует. Интересно, что будут делать дальше ребята из Кол. Давить будут. Сейчас где-нибудь перегруппируются. Дождутся Владмерса на Урсе. Тенжон Яша на Герокоптере. Фух, ну, на самом деле, Империя не знает, что здесь делать. Фанились, да не перефанились немножко. Не, ну, можно пофаниться и выиграть, сам понимаешь. Ну, здесь, на самом деле, довольно сложно. Просто уже все, что у них есть из-за OE damage, ну, чтобы дефить только это тучка и там пара кайлов, тут уже есть мека, ультчена. Империя бежит в Максмаке туда. Умер Рошан, я не знаю, будут ли они драться. Ну, может быть, кого-нибудь через хук можно было попробовать наказать. Чен идет в... Чен... Может быть, нападут на Чена. Чен уходит, а один Урса разгоняет всю команду. Да, крест заканчивается, кулдан хорош, включает парик, так же Ноуфир, Сноубол, сразу троих забирают. Очень хорошо ребята заплетли дэмэдж. И Хэнд оф Гард пошел. Как мог под ультой Урсы. Захилил как раз Чуки. Справился. Молодцом Чен. Спас себя, спас команду. Плюс 1,5 голды. Резолюшн пошел. Думаете, надо было Радик брать? Может быть. Но успел бы он до него, как ты думаешь? Мне кажется... Уже был бы, я думаю. Ну да. Ну это все, что бы сейчас было. Ну, драки не затяжные такие, что прям действительно было бы круто. Ну его никто не трогает. Они пойдут дальше. Урса все еще с Эгисом, есть Владмерс, есть Мека. Ну, что Мека прошла на базу. По внешним вышкам идут. Ждут, да. Они просто ждут, сейчас Чен отхиляется, придет на топ. Сэф да, делает Лотар. Сейчас Шадоуплей. Посмотрим, как бы. Может и вкатит, но не надо было тогда амулет палить, мне кажется. Уже сейчас что-нибудь возьмет Сентрей. Ну, пока они не переживают по этому поводу, ребята. Идут Т2. Оверпауэр хвосту не особо сильно поможет. Вышка падает. Резолюшн приобрел даггер. Ну и сейчас у него должен быть заход в комплекте на хайграунд. И
Или нет? Перетягивается вниз Бетрайдер с Лассо. Резолюшн думал, что они пойдут на хайграунд, его сейчас будут цеплять. Ой, не ожидал он его здесь увидеть. Они вообще друг друга не ожидали здесь увидеть. Да, испугались. Будет терять тавр. О, еще один тавр в копилочку Империи. Дверь напал на Фаника, его хук. Велрус панч, и просто Фаник погибает сверху, вешается крест, тэп-аут пытается сделать, кулдаун, сноубол. Не позволяет сделать ему тэп-аут, но Уфир вместе с хвостом прогоняет. Ну и на Уфир попадает в шарды. Подцепили смену Мелонза, забрасывает наперед, но у него Аегис. Лим простреливает еще одному саппорта команды Empire. Ну и что дальше? Shadow Fiend купил себе Shadow Blade. Да, вот он его прикупил уже. Мне кажется, группироваться уже надо команде Complexity. После уже заходить, может, пора. Набросился внизу тусик на резолюшена, но он один. Ой, как ему больно. Досидит ли сноубол до конца стана? Не должен. Станет обоих. На помощь со всех ног бежит Урса и Бетрайдер. Да, да, да. И лассо имеется, поэтому можно цеплять и съедать. Сенжин Яшу, Герокоптер, Брендагер у Рубика. У хвоста. И тут в лесу тоже, кстати, могут интересную начать движуху. Кулдаун через пару секунд буквально. Опачки! Это... Вот если бы он его на месте держал, хвост прямо под Рэком Солсон его вытащил из центра. Ну, это, конечно, фейл. Тут ничего не скажешь. Пингвинчик здесь. Бочка. Пес кидает. Ноуфир. Нет телепорта. Да. Дисмембер на пингвинчика. Есть хил. И сюда летит Ли. Летит он сюда без кулдауна. 2 секунды усадили до волны. Одна. Ракетку не кидает. Ракетку кинул, не убил, 46 хп. Да. Ну хвост там дико. Да, могли порвать гирокоптера. Просто на куски. А момент решающий мог бы быть на самом деле. Гирокоптер. Ну, денег бы за него отвалило неплохо. Преимущество пока, я бы не сказал, что оно прям гигантское. Могли бы часть отыграть. Только-только появился Shadow Blade, вот так вот его паршиво. У него просто левел был еще 9, когда он только его купил, ультимейт не такой сильный. Хвост украл флаг кэнон, сейчас будет расстреливать. Да, гирокоптера. Ух, мимо. Паник промахивается. Ну, Чен собирает крипов, я думаю, что в комплекте пойдут пушить. Сенч покупает резоль. Это, скорее всего, алибарда. Знают, где Урса. Будут пытаться, наверное, хукшо. Может быть. Все, может ушел, быть. Ушел. Ну, интересно, вот сейчас этот смоук, забайтят ли они на резоле? Ну, знаешь, если по одним героям пытались, а так двумя как-то. Есть блинк форстав на Бетрайдере. Нажимают смоук прямо возле базы. Я думаю, что пойдут пушить. По любой линии. О, SF-чик, мне кажется, сейчас подстрянет. Если Бетрайдер захочет его. Ну, ждут, чем все закончится. И в затишье. Паник выходит. Фаерфлайт, лассо, форстав. Пуджа! Верни Пуджа на место. Да, мы так ждали его. И кулдаун очень много дэмэдж дает. Минус 2, минус Дазл, минус Ромик, минус Пуш, минус все почти что. Байбэк, Паник. Играем дальше. Можно играть, конечно. 1200 монет. Ну, 11-30 счет, это тоже о многом нам говорит. Но, кстати говоря, байбек этот и, в принципе, то, что если бы реально всех забрали, было бы возможность хотя бы была у комплекте зайти на хайграунд и что-либо там сделать. Пока ребята так до хайграунда не дождались. Они сами еще не знают, что у них эта возможность есть всегда. С хотят, Ченом. Не хотят давить, да. Да. Ну ничего, по-любому задавит. Алхимик не делает алибарду, алхимик делает сию. Опачки, что-то я... Да, у нас таска. Забрали здесь. Паник постарался. Тогда был эти гирокоптера. Погони, может быть. Хотя вижена-то нету с Виндлмеланза. Мимо пробегает СФ. Ханскин со своим запарком. Ингвинчик и Лимп. Собираются по миду. Дойдут ли до конца? Медведи есть БКБ готовые. Мне кажется, надо уже, пора уже. Но БКБ сейчас покупать, долетит. А, вот его на базу послали. Да, БКБ сейчас залетит, и мне кажется, пора. Алоха.
3000. На 3000-то особо ничего не купить, на самом деле. Может быть, сейчас позабирает крипов чена в топе? Бывает. Не, там даже... Хук мимо. Но знаешь, тут уже Понятно. Началось, да. Поэтому и Синдл Малонс ворвался, двоих разбирает. Но у Фира тут не успел дать крест в панике, делает тап-аут, резолюшн погибает. Минус два основных героя с таким запарком сейчас, который здесь вот засумонил чен, можно уже смело заходить на хайграунд. Хотя бы одну линию не обязаны провести у команды соперника. Фанни пукает с Middle Melons. Да, это минус Урса. Кстати говоря, в пуше он реально силен. Силен бы сейчас был бы, если был. В таком случае команда Complexity сходит с хайграунда на лоу-граунд и уходит. Кстати, разваливает крипов. Да, там разваливает крипов. Чена, который он там забыл. Ракетка. Complexity отойдут. Хотя Фаник явно хочет приключений дальше. Иди сюда, говорит Фаник. Дальше ловит Бетрайзера. Иди сюда, сноубол сверху. Форстап. Куда ты полетел? Хвост летит за ним, подожди. Еще не все закончилось. Хвост тоже летит за ним. Просто горит пукан. О, решил лес пофармить. Просто такая возможность появилась. Правда, Фаник лес не Фанику скорый. Надо какой-то госкипетр, потому что у него особо вариантов нету. СФчик купил Сенч. Перейдут вперед Эмпайр несколько, понимает, что все, можно в виде вышку чуть-чуть. Не, ну можно в себя поверить, а можно вышку спушить. Там уж денег тоже бонусное количество. Здесь, скорее всего, сейчас набросите на алхимика. Да, тучка. Они, кстати, некоторое количество отыграли. Сейчас каждый фраг что-то делает. Гирокоптер в инвизи зашел. Поймали. Резолюшена поймали, отвезли, нужно демаджа больше. На другого в этот момент. А у них нормально. И СФа, и алхимика. Гирокоптер в соло развалил, как раз так получилось, что на кончающемся центре варде Алоха фармил эншентов. И Шадоблейд ему не помог. Хвост, а будет свой файрфлай. Идут дальше, кулдан. На этом еще не все закончилось. Можно блефовать фаерфлаем. Ты такой поджигаешь всю землю и все думаешь, что это твой бетрайдер поджег. Ну да. Потом воруешь напалм и закидываешь. Ну, наконец-то комплексити заходит на хайграунд. Мы видим, что байбеков команда Empire не имеет. Шот мимо. Хук мимо, да, Фаник промахнулся. Теперь хвост. Своровал хоминг миссл. Довольно полезная вещь. Ставит в ответ. Вышка в этот момент падает. Упала вышка. Забирает барак. Хук опять мимо, Фаник промахивается вновь. Шарды. Да что ж такое-то, а? Да вообще, что такое? Непонятно. И теряет что теперь? Миг. Опа, боковая пошла с Middle Melons. Резолюшн бросил станс. Middle Melons пока жив, не знает, в кого даже здесь вырезаться можно. В данном случае перед ним оказывается Shadow Fiend. Квест сверху спасает его. В сетке Фаник находится и выкатывает СФ из хайграунда. Пингвинчик, можно сказать спасибо. Сприк с Фаником не справляется. Фаник выиграл в драке. И еще там! Гему Бетрайдера забрать. В этот раз да, точно не отпустят. Квост тут как тут. Несут потери в комплексити. Не ищет денег. Откуда? Лес фармил в Firefly, походу. Слушай, несут потери комплексити. Да. И... Но мид сломали. Ну, мид сломали, да. Суицидом, но сломали. Хотя не полным. Ну, опять же, отыграют чуть-чуть немножко Empire. Может быть, в следующий раз, когда появится еще пара ключевых айтемов сверху, я ребята... Я могу так сказать, уже камбэк из Рил, потому что... По нетворцам не такие уж и большие Да, отставания не такие большие. Да, то есть то, что бы трайдеры у Чена деньги вот эти вот, они так и так как бы есть. Чен там что, агоним какой-нибудь будет творить, да? Не особо порешает в таких драках. Фаник купил ну, да, раз, пейнбустер есть еще. Куда у хвоста столько денег? Походу, стрикарский пособирал. Походу. Алхимик тоже вылазит уже из всего этого. Это они просто дали слабину в начале, чтобы парни расслабились, пошли задавили. Знает, как нынешняя дотка работает. Гирыч, 2200 и Demon Age, и Shadowblade. Может ли быть это рапирка? Ну... Ну, как сказать? Ну, во-первых, есть Рошан. Может, все-таки МКБшечка какая-нибудь? Отпивает свой ботл. Я надеюсь, что дадут гирокоптеру, и он возьмет рапиру. Так и будет. Только 3000, пожалуйста, еще дайте. Не, он уже... А разве не потратил на что-то? У него же было больше. А, он... Да, джавелин купил Лим. Боже, это какой МКБ. Же ты джавелин. Поверьте мне, хвост в такой ситуации в жизни бы не купил себе джавелин.
Там бы уже вторая рапира была. Не, ну рапирку бы он по-любому взял в такой ситуации. Потом зайти пил, смотрите. Боится хука. Летит МКБ гирокоптеру. На топе, может быть, нападут на СФ? Да, нападает. Батрайдер отцепил его здесь. Зафрик, Валроспанч, пол ХП у Алохи уходит в инвиз, а просвета нет. Ну это смешно, ребят, это не серьезно. Ну они только что отжали гем. Непрофессионально. Пустили. Урса хочет напасть в миди один, по-моему, для кого-то. Да, вот пытался. Реагирует. Пани! Фух, дисмембан! Нужна поддержка, хотя и так он жрет его нормально, подбрасывает его хвост, но вперед подболяет Шедуэй. Сыр. И сыр съедает, он отправляется, ну, несколько убивать хвост. ТП аут, Фаник погибает. Байбек сразу делает Фаник. Туда, кстати говоря, еще и Чен отправляется. Ходит остальная часть команды Complexity. Ну, по-моему, заходить на ХГ они не станут, и Фаник немного поспеешь на байбек. По-моему, с этим гирокоптером станут. Ну, я так думаю. Я не знаю, они понимают, что все-таки там все-таки присутствует алхимик, который уже почти с керасой. Плюс СФ. А медведю с гирокоптером. Ну, конечно, ну, в лейте примерно равненько все это смотрится. Но химик уже догнал по деньгам практически гирокоптера. 100 голды осталось. Ну, глянем, потом гирокоптер что будет выходит, дальше. У него Аегис. Рокет Барретт по хвосту, хвост ошибся. Уже минус хвост, четвером остается, ребята, из Team Empire. Еще гонит. Да, сноубол. Резоля. Резолюшн докатывается. Резоля забайтил на гору, сейчас на горе начнет раздать. Его с горы стаскивают. Его стаскивают с горы, чтобы не раздавал. Мало того, что еще и сейчас он конкашен свой, на себя уронит. Подлый битрайдер. Агони Мучена. Кэнду в гад раз в 30 секунд. Медведь с гирокоптером под фонтаном продолжает экшен. Good luck, служили. Паник умер без байбека. Конец зрелища. Да, но походу хотя бы... минус две линии может быть, а может быть даже второй не дадут. 10 секунд. GG, пишет Empire. Давушки. Но Фаник сдержал свое слово. Фаник сдержал свое слово раз, команда все равно заканчивает друг друга на втором месте. Да, этот матч уже ничего не решает. И получается... Ну, карта имеет. Да. Клевера будут выбирать себе между Империей и Вегой. Так и так. Так и так. А есть еще MVP. Нет, там вроде между вторым и третьим, как мне сказали. Ну, возможно, еще какие-то другие группы есть. А, ну да, возможно, Империя и Вега. Но в любом случае, друзья,